Вчера в ДТП в Ярославской области погиб актер и режиссер Сергей Пускипалис. Минивэн, в котором находился кинодеятель, врезался в фуру. По словам очевидцев, у людей, находящихся внутри, просто не было шанса остаться в живых. Вместе с 56-летним Пускипалисом погиб также водитель авто. Дальнобойщик, находившийся за рулем фуры, отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Судя по всему, удар пришелся в бок микроавтобуса с вологодскими номерами. После такого не выживают. Я видел одно лежащее на асфальте укрытое тело. Работали спасатели. Возможно, еще кого-то доставали. Со стороны Москвы большая пробка. На месте уже все службы, поделился свидетель жуткой аварии. За рулем сидел сотрудник театра Александр Синицын. Ему было 56 лет. Александр проработал в Первом русском почти 20 лет. Мы привыкли каждый день видеть его за рулем автомобиля. Вместе с актерами и работниками цехов Александр побывал в разных уголках страны и за рубежом, обеспечивая выступления театра на гастролях и фестивалях, рассказали в Волковском. В 2017 году его наградили грамотой Департамента культуры за добросовестное отношение к должностным обязанностям. Утром 20 сентября Александр перегонял минивэн Ford Transit для покраски. Автомобиль готовили к отправлению в Донбасс. Вместе с ним на пассажирском сидении сидел художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускипалис. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело.